Произошла такая ситуация буквально, короче, 2 дня назад. Да, 2 дня назад. В общем, поступает звонок оперативной группе реагирования о том, что дебош на обжоре на текстиле. 23:00 вечер. Выезжает группа опузовцы туда. Там 4 человека. Я не знаю, что они там, чем они там занимаются, бухие. Они давай как бы якобы там. Короче, встретили их. Те по ним открывают огонь. Ранят 1 человека из группы. Соответственно, ребята открывают ответный огонь. 2 наглухо, 2 задерживают. Привозят все это хозяйство, короче, в расположение. И тут выясняется. Ёпты, так это приближенные какие-то близкие Захара. Пацанов этих тут же из расположения увозят в неизвестном направлении. Позывные, имена, фамилии у меня все есть. Это как бы достоверные факты. А раненого парня, ему говорят, пиши рапорт о том, что у тебя бытовая травма. У него пулевое ранение. Заставляют его это делать. Все, парней нет. Проходит несколько дней, как бы, сегодня я узнаю о том, что жена одного человека, кто там был, приходит на прием к Захарченко. Спрашивает, а что такое произошло-то? За что? Они сами виноваты. Открыли огонь по безоружным людям. Убили 2 людей, как бы там, да, каких-то, безоружных. И все. Мы, этих людей отправили на штраф батальон на 1/2 под Новоазовск. Отдали документы, отдали телефоны, все. Не ищите их. Вот так вот. Поняли? Как у нас прикрывают свои жопы и жопы своих друзей наше правительство. Вопросы есть еще, нет?